Гиганты. Пацаны, здорово всем, вот очередная серия про Гелендваген, уже всеми любимый. И честно скажу, я даже не хотел записывать этот выпуск, потому что выпуск технический, он многим не интересен, и он будет связан по ремонту Гелендвагена. Все вы помните, недавно я его обслуживал, месяца три назад. Поменяли маслосъемные колпачки, обслужили моторы и тому подобное. Но техническую часть в плане ходовки ничего не делали. В принципе, тачка едет, шибко не дребезжит. Но там изначально было немножко напутано с ходовкой. Ну и пришел тот момент, чтобы все сделать, чтобы ездить и радоваться. Я все тянул. Ну надо, пацаны, это сделать. Надо вам показать, рассказать. Есть целый список запчастей. Сейчас еду на барахолку и покупать все это дело. И мы будем не только технической серией заниматься. Будем делать его еще четче, красивей. Будем покупать проставки на диски, чтобы диски немножко сделать вылет, чтобы он стал, ну, был как бычок, как Денчик такой, прям, он такой, знаете, бычок, прям такой агрессивный. Куда лезешь, ёпта? И будет, мне кажется, вид поприкольнее. Эти проставки дорогущие, собака. Ну, как раз мы узнаем, потому что на барахолке они тоже продаются. Меньше болтовни, let's go. Приехал я уже на барахолку. Здесь есть немецкий какой-то магазин, где продают все там бэхи, всякие мерсы, запчасти, говорит, ты сможешь найти по нормальной цене. Короче, у нас здесь такой маленький кипиш, там чё-чё-чё, кого там. Торговля идет полным ходом. Ну и мы сейчас будем бегать, как муравьи. Здесь у нас находится очень много павильонов, ну короче, запчасти на любой вкус и цвет, на жиги, на иномарки, на тракторы, чего только нету. Что касается дисков, уже проставка, как я говорил, смотрите, задние колеса прям вообще сильно утоплены, мне прям не нравится вот это вот расширение, вот так вот здесь смотрите, колеса прям там внутри находятся. Их надо выдвинуть сюда. Но я думаю, вы уже все видели, такая проставка продается. Сюда она одевается, и диск выходит. Она стоит немалых денег, но, как говорится, красота требует жертв. Делаем уже проставочки, чтобы машина казалась как бычок, грозненькая и агрессивная. Изначально я искал станцию, кто занимается чисто по мерседесам, но понял, что это дохлый трюк. И проще найти уже станцию, кто все подряд делает, но делает качественно. Я месяца 2-3 назад обслуживал мотор, и что я вам скажу, меняли прокладку клапанной крышки, на новую ставили, и она снова бежит по прокладке. Два варианта. Либо прокладка попалась не очень, либо поставили. Бывает такое, что когда ставишь, ее там заламывает. Ну, некачественно поставили. Короче, не ищу я уже чисто мерседесовские станции, а ищу нормальных ребят, которые сделают качественно, не слишком дорого и аккуратно. И вот такой-то у нас список получился. Давайте я вам быстренько его прочитаю. Прогнозы на спортивные события, а также море классных игр. Карты, шахматы, шашки, домино, змейка, все и многое другое ждет тебя на сайте OneX. Сайлентблоки продольных рычагов перед и зад по 4 штуки. Это мы их будем на рычагах выпрессовывать, старые выбивать, новые запрессовывать, рычаги не буду менять. Потом шланги тормозные перед-зад, чтобы Денчик не остался без тормозов. Они уже потресканные, плохенькие, надо шланги поменять. Если они лопнут, то я просто без тормозов останусь. Бэм! Крышка клапанная, прокладка правая. Ну, про что я вам говорил, надо ее будет менять. Передний правый ступичный подшипник. Ну, это херня. Подшипник поменяем. Манжета левого переднего поворотного кулака. Тоже такая резиночка. Две тубы с маской для шприцовки машины. У меня машина как уже рамная, джип. Ну, короче, ее надо шприцевать, и чтобы было все very good. Ну, в принципе, это и все. Также я со всего салона снял лампочки, потому что скоро я поеду к электрикам, и некоторые лампочки у меня не работали. Я сразу хочу найти светодиодные. Взял уже образцы. У меня стояли вот самые такие обычные, самые дешманские. Хочу сделать диодные, как всегда, белый цвет, чтобы был. Ну и у электриков мы это дело уже поставим и подключим. Короче, пацаны, список у меня большой. Я пошел затариваться, как я это буду делать. Все куплю уже, покажу вам, сколько я денег потратил. Ну и также частично покажу ремонт. Потому что изначально я думал, ну нафиг его показывать, неинтересно. Ну а потом думаю, ну блин, ну все равно интересно, сколько потратил, сколько стоит обслуживать машину. Тем более будем ставить. Надеюсь, найду проставки. Так что погнали.
Вот про этот магазин мне говорили, что большой выбор, Феникс называется. Сейчас будем спрашивать. Через 2 дня. Ребят, ситуация следующая. Сейчас я расскажу, как Денчик зашел в тот самый магазин и пропал ровно на 2 дня. Имея вот такой вот список, я думал, ну что, мне раз посоветовали, есть все в наличии, сейчас зайду спокойненько, куплю и останусь довольный. Но не тут-то было, это Мерседес, это Гелендваген, и наступил уже следующий день. Я потратил 2 дня, ездил по всем магазинам, чтобы купить вот это все добро. И мне чисто интересно, пацаны, сколько я потратил. Список не сильно большой, в основном-то здесь ходовка. И в основном это еще на Mercedes купе вот такие проставки. Начнем наш рассказ, пожалуй, с сайлентблоков. Как я привык на японцы, ну стоят они там 2000 рублей, 1500, а порой 500 рублей. Перепрессовываешь их и ездишь дальше. Я думал, ну примерно то же самое будет и с этой машиной. Получается, 4 спереди находятся, 4 сзади, ходовка. При первой регистрации при вводе промокода Абрам ТВ тебя ждет до 100 вечно зеленых. Так что не упускай такой возможности, вводи промокод и участвуй. Изначально хотел оригинальное все брать. Оригинальное, один сайлентблок, 5600, по-моему. 5600 умножаем на 4, больше 20 тысяч рублей. Это только какая у нас сторона получается, сейчас я вам скажу. Сайлентблок переднего рычага. На передний рычаг надо 4 сайлентблока, больше 20 тысяч рублей. Потом думал, может быть, посмотреть аналог какой-нибудь качественный. Качественных аналогов нету, есть только Китай. Китайские стоят за одну штучку 1600 рублей. Но, как мне сказали, хватит буквально на месяц, качество полное хьюговская. Ну, вы сами понимаете. Ну, короче, благо, есть связи, знакомства, и у нас есть производство сайлентблоков на полиуретане. Это усиленные уже сайлентблоки, делают их в России. Сделано для российских дорог, гарантия 3 года. Но полиуретан, я думаю, вы сами представляете, должно надолго хватить. И вот за такое вот пакетище, это и наперед, и назад по 4 штуки. Смотрите, ну тут дофига всего. Отдал 8800. Пойдем дальше. Купил лампочки светодиодные. Это сюда, сюда, сюда. Короче, везде по салону. Сейчас поедем к электрику. Мне надо кое-что сделать. Заодно и лампочки поменяем. Комплект лампочек по 50 рублей. По-моему, я дал 250 рублей. 8800 плюс 250 уже 9000 рублей. Потом были куплены проставки. Проставки это на Mercedes CLK. Скажу сразу, на эту машину нету в наличии проставок, потому что Гелендваген, у них своя сверловка, не как у обычного Mercedes, 5 на 130. И, как они говорят, нерентабельно им возить эти проставки, они стоят очень дорого, в районе 10 тысяч рублей, пользуются спросом не так часто. Короче, сюда мы будем проставки заказывать в интернете, наверное, чуть позже поставим. Мне умные люди писали в комментарии, говорили, Денчик, у тебя биение руля на CLK, возможно, не из-за ходовки, возможно, не из-за кривых дисков, а возможно, что у меня там стоят проставки, они неправильные стоят. Я такой, ага, это умная мысль, реально такие нельзя ставить. На Mercedes только вот такие надо ставить, с центральным отверстием, видите, вот такое вот центральное отверстие, именно мерседесовское. Оно ни влево, ни вправо, никуда не гуляет, и вот такая вот проставка замечательная, 4 штуки по 10 миллиметров она вылет дает. За эти проставки, за комплект я дал 3000 рублей. Это у нас получается 9 плюс 3, уже 12 тысяч рублей наш бюджет. Завтра поедем делать уже CLK на станцию Subaru Stars, надеюсь, они меня не пошлют. И, возможно, там мы его обслужим. И заодно поменяем вот эти вот проставки. В одном пакете, это я еще вчера покупал, это тормозные шланчики. Получается, они идут и наперед по бокам. Тормозные шланги надо менять, потому что, не дай бог, тормоза откажут. Их 4 штуки здесь. И подшипник на переднее колесо. За этот комплект, за 4 шланчика и подшипник я отдал ровно 3000 рублей. Это я вчера покупал все. Потом сегодня только что забрал прокладка клапанной крышки, одна штука. И это получается для кулака тоже прокладочки такие на ходовку. За это я отдал в районе 2, что ли. Получается 3 плюс 2. Это у нас получается 17 тысяч рублей. Надеюсь, Абрам математик еще тот. И надо было купить 2 очистителя карбюратора. Это чтобы все потеки убрать. Один я взял Одис, один я взял вот этот самый популярный Джонсон. Плюс этот гелик надо шприцевать, потому что он уже рамный. 2 таких баллона, Манол. Вроде бы немецкий, качественная смазка.
И за все за это я дал 950 рублей. По-моему, 18 тысяч рублей получилось за все за это. Ну, короче, дохера потрачено денег. И все это дело скоро будем делать, устранять, как только я найду мастеров, как они освободятся. Вот такой вот пакет мне удалось собрать за 2 дня. Был бы японский, бы какой-нибудь автомобиль, я думаю, я в первый попавшийся магазин бы зашел и купил. Ценник, в принципе, адекватный, если побегать, посмотреть, где нормальная цена, где нормальное качество. Вот на этих сайлентбоках, конечно, я сэкономил. Во-первых, полиуретан мощный, во-вторых, должны ходить долго. Ну вот как-то так. Сейчас хочу поехать уже до электриков, потому что у меня там сзади концевик немножко барахлит. Мне сказали, что вот эта надпись Mercedes-Benz, она должна тоже загораться, когда включаешь габаритки, они у меня не горят. Либо попытаемся сделать, либо закажу новые пороги какие-нибудь крутые, чтобы надпись горела. Мне кажется, должно быть круто. Ну и заодно вставим все лампочки по салону, потому что вот эти вот вообще не работали. Либо контакт отходил, либо лампочки просто перегоревшие. Сюда уже диодную ставим, ну и сзади там 2 стоят. Потихонечку все это дело устраняем, потом записываемся на сервис. Надеюсь, потихоньку мы все-таки сделаем и Гелендваген, и целочку. Доехал до Вовиной станции, не работает у меня вот этот концевик. Я сейчас лампочки вообще выкрутил, видите, вот так вот, чтобы у меня энергию она не жрала, потому что они у меня почему-то всегда горели и не гасли. Сейчас картина вот такая вот. Сейчас ставим новые лампочки, посмотрим, как будет. Ну и концевик вот сюда вот, он не сюда, вот сюда он ставится, скорее всего. Что-то у меня он сломался. Денчик хоть сам что-то сделает. Я их уже доставал отсюда. Достаются легко. Как-то так, не сломать бы. Чики-пуки, very good, как говорится. Сейчас ставим сюда, посмотрим, как она гореть будет. Ну все, very good. Уже цвет приятный, красивый. Оставляем так. Вова мне примострячил концевик капота, универсальная такая пипка. Не пришлось, да, Вов, искать оригинальную, которая стоила бы, наверное, $1 миллион США. Да, у нас вот тут. У меня уже полмашины взаимозаменяемая. Ну, там, часть от Chevrolet New, часть да. от Starline. А часть, ну, нейтральная, для всех машин подходит. Самое главное, чтобы работало. Короче, кнопку починили. Тот случай, когда купил себе Mercedes, и не знаешь даже, какие кнопки у тебя есть. Мы, короче, с Вовой тут уже 20 минут паримся, чуть ли там уже схему не начали изучать, как это что дело работает. Вот она кнопка у меня получается, которая включает и выключает уже заднюю подсветку вон ту. А мы думаем, плюс приходит, ничего не работает. Что за дела? Уже Mercedes материм, думаем, как так? Ну, Тенчик не знал, что здесь вот такая кнопка есть. Ну все, пацаны, разобрались, в принципе. Концевик починили, сюда лампочки тоже диодные все вставил. Короче, осталось с порогами посмотреть, разобраться. И сделаем с горем пополам. Концевик в любом случае отломанный был, починили. О, они уже здесь работают, Вов, непосредственно. Они, видишь, они на те двери пофиг им. Так она что, каждая дверь независимая, что ли, Вов? Для этих, да. Че, вот эту я сейчас открою, она одна загорится, что ли? Нифига себе тема. Ну. Ну давай закроем. Сейчас ага, все потухло. А багажник все равно отдельный. Ну он отдельный и должен, наверное, быть. Ну, ну все отлично. Ну все, миссия выполнена. Концевики починили, LED-лампочки поставили. Сейчас вот дверь открываешь. Загорается здесь, задняя ничего не загорается. Если, допустим, правую дверь загорается, правая там загорается сторона. Прикольно, сделали на каждую дверь уже свой концевик. Завтра поедем уже на ЦЛК. Это все будет у нас одна серия, такие мерсобудни. Попробуем сделать, чтобы проставки поставить, чтобы уже тряску эту убрать. Это уже будет победа, если в проставках дело. Ну и поговорим с Саней из компании Subaru Stars. Возьмется он чинить данную тачку, не возьмется. Но я думаю, все нормально должно быть. Так что включимся уже завтра.
Друзья, наступил уже следующий день. Зарекался, никогда, Денчик, не покупай старые Мерседесы. Был у меня уже очкарик, намучился я с ним вдоволь просто. Ну и что вы думаете, прихожу я сегодня в свой комфортабельный ЦЛК черного цвета, запускаю мотор, все с первого раза, потому что стартер уже новенький, радуюсь жизни, выезжаю из гаража, смотрю, что руль как-то тяжело крутится. Я думаю, что-то не в порядке. Открываю капот, ну и пойдемте посмотрим, что там происходит. А происходит тут следующая картина. Как вы видите, ремня тут нету. Тут один ремень идет, он уже сразу идет и на генератор, идет и на гидроусилитель руля. Один такой большой обводной ремень. Смотрю, его нету, болтается там внизу. Думаю, что за дела? Позвал уже спеца, я собирался ехать к Сане. Саня подъехал с компании Subaru Stars. Глянул, посмотрел, разобрали мы с ним вот этот вот замечательный уже гидроусилитель руля, который весь в масле. И что оказывается, крепежи просто вырвало. И вырвало, вы как думаете? Один есть крепеж, такая планка крепежная, там одно ухо отломало, но это ничего страшного, она новая, контактная, 1500 рублей стоит. Основная загвоздка, что у двигателя есть лобовина. И крепление лобовины вырвало. Это что значит? Что надо менять уже двигатель, поднимать надо. И вот эту саму лобовину, уже металлическую часть двигателя, надо под замену делать, чтобы нормально гидрач нам прикрутить. Без этого всего машина не будет двигаться. Ну, короче, ездить сейчас нельзя, пацаны. Вот такой вот попадос. Все, как всегда, в масле. Вот они, крепежи повырывало. Вы видите, смотрите, вот видите, ничего здесь нету. Есть один вариант, можно было заварить аргоном. Насколько долго это хватит, непонятно. Мне кажется, лучше не сэкономить. Я сейчас посмотрел, контрактная лобовина стоит 3000 рублей. И дополнительное крепление уже гидрачу стоит 1000 рублей. 4000 рублей запчасти. И чтобы двигатель поднять, все это дело поменять, это порядка еще там 6000 рублей. Плюс надо прокладки все сразу менять, потому что двигатель, видите, в каком состоянии, мокрый, сыт. Свечи сразу заменить. Короче, Абрам попал как и на деньги, так и на время, потому что машина сейчас не на ходу уже. Ну вот такая, ребят, ситуация получилась. Остался я с проставками, но без машины. Бывают такие мысли проскакивают, что, блин, какое же я дерьмо взял и не хочу даже ее чинить. Типа сейчас ее выставлю и продам нафиг. Но нельзя опускать руки, потому что, но кто боится проблем, тот ничего не добивается. Так что постараемся все-таки довести машину до хорошего состояния, чтобы она стабильно ехала и уже так и мозги не парило. Это из-за чего, пацаны? Потому что, ну, довели машину до крайнего состояния плохого, ей не занимались, ничего не обслуживали. Я думаю, стоит раз уже сделать нормально, и будет все хорошо. Также сейчас параллельно с Гелендвагеном прорабатываются ситуации. Во-первых, надо найти такие же вот проставки, только вот этот вот на 1 сантиметр, получается 10 миллиметров. На гелик, я думаю, 30 миллиметров, в 3 раза толще сделать, чтобы вылет побольше получился у нас. Ну и будем тоже искать, где выхлоп делать. Я читаю, пацаны, каждый комментарий. Я понимаю, что вы хотите, я хочу этого. Как будут средства, финансы, как я договорюсь с компанией, на гелик обязательно сварим, я думаю, выхлоп. Ну а такая у нас серия получилась, как Мерседесы оба, причем деньги все с Абрама тянут и тянут. Ну, такая машина, я думаю, вам будет интересно смотреть. И молодежь посмотрит, стоит ли покупать старый Мерседес или купить Приору. И, по крайней мере, наверное, таких уже головняков не будет. Ну а пока что у нас получается вот такая серия. Спасибо, что смотрите, пацаны. Спасибо, что оставляете комментарии. Ну и не забывайте подписываться на канал и жать колокольчик, чтобы не пропустить уже следующий выпуск. Но я тем временем ухожу искать сервис, куда мы погоним тачку чинить, потому что ее надо быстрее ставить на ход и быстрее заниматься по кузову. Хочу ее переварить, хочу ее перекрасить. По крайней мере, планы наполеоновские. Пока я не психанул, у меня есть настрой ее делать. До новых встреч. Всем пока.